Всем огромный привет! Сегодня у меня для вас обзор красивой, качественной и оригинальной посуды для кухни, которая, мне кажется, необходима в каждом доме, ведь она же приносит радости в процесс приготовления пищи, а также превращает обыкновенный завтрак, обед или ужин в маленький праздник. Посмотрите, какая красивая сервировка стола. Дизайнеры магазина показали, какой красивый стол можно накрыть к Новому году. Здесь представлен столовый сервиз, в котором 27 предметов, и его цена 12 349 рублей. Сервиз очень красивый, а в составе здесь фарфор. А также в этом магазине присутствует огромное количество товаров для кухни новогодней тематики. Если вам интересно, это гипермаркет «Сарай», город Ульяновск, Пушкарёва, 11. Блюдо «Звезда» со снеговиком, диаметр 17,5 см, цена 425 рублей. Из новогодней серии здесь также есть подставка-подложку и сахарница. Подставка-подложку стоит 329 рублей, а сахарница 245. Также есть подставка под чайные пакетики в виде чайника, цена 69 рублей. Набор подставок под яйца называется «Сказка в наборе 2 штуки», цена 189 рублей. Также есть набор для специй, в нем 2 предмета, цена 215 рублей. Подставка под ложку серии «Новогодняя сказка», очень красивая эта серия, мне понравилась, 165 рублей стоит. Также этой серии есть кружка «Новогодняя сказка», она на 350 мл, цена 235. Сервировочное блюдо в виде елочки размером 26 на 21, цена 799. Блюда из серии сказки в форме елочки есть побольше, которые стоят 439 рублей, и поменьше 325. Глубина блюда 3,5 см. А также есть салфетница размером 10 на 5,5 на 9, цена 179 рублей. Масленка «Новогодняя сказка» с ручкой размером 20 на 12,5 на 10,5, цена 445. Набор чайный на одну персону, здесь 2 предмета, чашка объемом 250 мл, цена 299 рублей. Также есть вот такая кружечка с ложкой любимой подруги, цена 215 рублей, объем 310 мл. Минажница на 3 отделения диаметром 26 см, цена 599. А также есть вот такая бульонница с ручками и с подставкой, цена 499, объем 650 мл. Масленка «Новогодняя сказка» круглой формы, стоит 455 рублей. И заварочный чайник высокий с крышкой, 499. Блюдо для салатов прямоугольной формы с ручками размер 25 на 21, цена 529. Тортовница с Новым годом на высокой ножке, диаметр 22 сантиметра, высота 11, цена 929 рублей. Поднос прямоугольной формы Merry Christmas, цена 239. В этом магазине огромное количество тарелок и салатников, все они по разной цене и разного состава. Это посуда из опалого стекла, называется она «Грация», с золотой каймой, очень красиво смотрится. Производство Китай. Тарелочка диаметром 18 см, стоит 129 рублей. Диаметром 20 см стоит 169. Есть тарелочки диаметром 23 сантиметра, стоит 265 рублей, и 27 сантиметров, 299 рублей. Также есть эта серия «Салатник», очень тоже красиво смотрится, 159 рублей, 13 сантиметров. Салатник диаметром 15 сантиметров, стоит 157 рублей. Эта серия уже называется «Авацио», салатник 13 сантиметров, стоит 159 рублей. Такой же салатник есть диаметром 18 сантиметров, тоже в виде листика, 215 рублей. И есть салатник 22 сантиметра в диаметре, 299 цена. Тарелка десертная из этой серии диаметром 19 сантиметров, стоит 175 рублей. Тарелка обеденная диаметром 23 сантиметра, стоит 219 рублей. И есть этой же серии суповая 25 сантиметров, 239 рублей. Посмотрите, какая красота! Это сервиз столовый, называется он «Валерия». Состав здесь фарфор, он предназначен для 6 персон, здесь 34 предмета. Его стоимость 12 999 рублей. А это блюдо для слоеных салатов, называется «Мимоза», размер 27 на 14 на 5, цена 635 рублей.
6. Также есть салатник 720 мл, цена 149 рублей квадратной формы. Очень красивый чайный сервиз на 6 персон, здесь 15 предметов, цена 5599 рублей. Этот чайный сервиз для 6 персон из 12 предметов на подставке, цена 1729 рублей. Есть набор кружек, тоже с подставкой, Париж, цена 499 рублей. Набор чайный из 12 предметов на очень изящной металлической подставке, на 6 персон, цена 2149 рублей. Этот набор от производителя Lifard. Очень тоже красивый, на деревянной подставке, с 12 предметов, цена 2889 рублей. Смотрите, какой красивый набор, это тоже производитель Lifard, очень красивый розового цвета, цена 2559 рублей, 12 предметов. Такой же набор есть в цвете мята, цена такая же. Смотрите тоже, какой оригинальный набор кофейный, называется Натив, здесь на 6 персон, на деревянной подставке с салфетницей. Чашки на 350 мл, цена 1999 рублей. А это чайный набор, здесь тоже он на подставке на деревянной, кружки на 300 мл, цена 2745 рублей. А есть набор кружек, тоже на подставке, здесь 2 штуки по 380 мл, цена 789 рублей. В этой же серии есть минажница размером 16,5 на 20, она идет в наборе с вилочками, цена 625 рублей. А также есть ящик для чая на 3 секции из бамбука, называется этот ящик Браво, размером 21 на 7 на 9, цена 465 рублей. Набор для варенья из 13 предметов для приятного чаепития, цена 1115 рублей. Вы только посмотрите, какая красота! Это фарфоровая ваза для цветов, называется цветочное колье, 31 сантиметр, цена 2529 рублей. Набор блюд из 3 штук, называется Аврора, это стекло, цена 299 рублей, производство Россия. А это блюдо на ножке, тоже называется Аврора, красивое, диаметр 20,5 сантиметров, цена 315. Это тоже Аврора, ваза для конфет на ножке, цена 319 рублей. А это посуда из фарфора, очень красивая серия, называется она «Романс Мадонна». Сахарница 550 мл стоит 489 рублей и заварочный чайник на 800 мл 615. Салатник на 360 стоит 115 рублей, на 600 мл 135 рублей. Тарелка десертная диаметром 20 см стоит 115 рублей, 24 см 145 рублей. Суповая на 20 см 145 рублей. И есть большой салатник на 1150 мл, цена 195 рублей. Также есть сухарница на 27 см, цена 335 рублей. И есть блюдо для пиццы, диаметр 30 см, цена 359 рублей. Также можно купить селедочницу этой серии, 159 рублей. Покажу вам также вот такой набор посуды из керамики темно-коричневого цвета, прям цвет шоколад. Блюдо для рыбы стоит 165 рублей. 28 сантиметров. Есть салатник, он диаметром 13 сантиметров, стоит 119 рублей. Соусник 30 миллилитров стоит 75 рублей. И есть бульонница такая с ручками на 500 миллилитров, 169 рублей. Также есть блюдце на 15,5 сантиметров, 69 рублей. Тарелка десертная 20 сантиметров, цена 135 рублей. Тарелка суповая, глубокая, диаметром 15,5 сантиметров, стоит 159 рублей. И обеденная тарелка диаметром 26 сантиметров, 183 рубля. Фарфоровый заварочный чайник, называется «Цветочная симфония». Он 450 мл по объему, цена 1049 рублей. Этой же серии есть чайник на 750 мл, его стоимость 1245 рублей. Масленка круглая, называется «Белье», цена 199 рублей, производство Беларусь. Этой же серии есть сахарница на 550 мл объемом, цена 249 рублей. Салатник глубокий в виде звезды, размер 9,5 на 5,5, цена 129 рублей, производство Китай. Очень красивая ваза для цветов, 15,5 см, цена 1129 рублей. Это ваза фирмы Рона, золотая спираль, 25 см, цена 1515 рублей. И кормится муза в виде рыбки с ложкой, цена 389 рублей. Также есть конфетница Golden, очень красивая, 385 рублей. Подставка под яйцо, 115 рублей.
есть конфетница Муза Кристалл 12×12×7, цена 165. Смотрите, какой красивый столовый сервиз, называется он «Орхидея». Здесь 19 предметов, цена 2579 рублей, производство Китай. Смотрите, какой интересный набор, тоже столовый. «Природа в лицах» называется, здесь 19 предметов, также цена 1599 рублей. Из этой серии можно отдельно приобрести обеденную тарелочку 24 сантиметра, 129 рублей. Салатник большой 22 сантиметра в диаметре, стоит 149 рублей. Также есть суповая тарелка 18 сантиметров, стоит 109 рублей. И салатник диаметром 15 сантиметров, цена 89 рублей. Столовый сервиз из 13 предметов называется «Ветка сакуры», цена 1599 рублей. А это кофейный набор, очень красивый, называется «Грация Шарль». Здесь 12 предметов, чашки по 100 мл, цена 1799 рублей. Это тоже кофейный набор, называется он «Меркес» на 6 персон. Здесь 12 предметов, цена 1979 рублей. А это чайный набор, который называется «Екатерина». Он на 6 персон, здесь 12 предметов, цена 2649 рублей. Заварочный чайник «Агнес» на 600 мл, он с керамическим фильтром, цена 635 рублей. Есть еще один вот такой вариант, тоже с керамическим фильтром, но другой рисунок, цена уже 769. Фарфоровый чайник «Пасадена» 750 мл, цена 765. Этот заварочный чайник на 500 мл, называется он «Мускари», цена 699. И мне понравился еще вот этот, называется «Вивьен», он на 1000 мл, цена 1599 рублей. На сегодня это все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если понравился обзор, пожалуйста, оцените его лайком и подписывайтесь на канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Увидимся с вами очень скоро. Всем пока!